Ну, чтобы вы понимали, они уже минус 5 сейчас. Точно как встраивали военкомат. Кто там? Вас беспокоит капитан Кулы. Вы знаете, что здесь проживает некий Брянцев. Откройте дверь, вы должны получить повестку. Здесь Брянцев не проживает, никакую повестку получать не собирается. У меня друг без руки лежит в госпитале, обратно его на кладбище уже. Идите нахуй со своей повесткой, я ни на какую Украину воевать не поеду. Не имеете права, мы живем в свободной стране, я буду все обжаловать в суде.